Всем очередной раз привет, всем подписчикам, случайный зритель. Сегодня одна маленькая посылочка, один беленький пакетик из Китая, что тоже редкость, обычно не всякого какого-то цветного цвета. Здесь должны быть клевенькие кисточки для макияжа, очередные, да, у меня уже много видео на канале со всякими кисточками, и с дорогущими кистями типа Зоева, и с дешевыми китайскими. В принципе, все они были классные за свою цену, то есть никаких таких говняных кисточек ко мне не приезжало. Значит, а что это такое? Тут у меня подарочек даже какой-то. Господи. Китаец прислал подарочек. Отметим этот день в календаре. Значит, вот такой вот набор кисточек, они клево выглядят, я уже вижу. Это, не знаю, искусственные, наверное, по-русски что написано. Так, давайте достанем. Пакетики классные вот эти вот, в которых они присылают, вот эти блистеры, да, то есть реально, кто занимается макияжем, у кого этих пакетиков, может быть, нет, хоп, положил пакетик, хоп, достал с пакетика. Значит, Jaff Makeup Brush. Прикольные на ощупь. Деревяшка, что ли? Непонятно, то ли пластик, то ли деревяшка. По качеству, наверное, они все искусственные. Ну, мягенькие, маленькие, есть не маленькие. Скошенные, ну... Конечно, где-то там волоски торчат, но что вы хотели? Это стоит там, не знаю, там $3, да? За $3 вы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 кистей не купите. Одна кисточка отдельно, даже китаёзная, стоит, ну, 0,5, например, да? Но самое главное, это вот этот подарок. Что же это? Give me a chance to get something. Что это такое? Это, короче, чтобы я не поставил ему 2 звезды или 3, он мне присылает подарок. Потому что подарок, да еще он купленный на лот на распродаже покупался, да, то есть на скидках, как обычно. А, это резинка маленькая. Маленькая резинка с бантиком. Прикол. Прикол, прикол, да, и маленькая резинка с бантиком. Ну, я не знаю, конечно, куда ее можно прицепить. Не знаю, кукле. Кукле, наверное, только и все. Или взять вот эти вот, наверное, да, вот для этого, чтобы взять все эти господи, что это такое, кисточки все эти взять, вот так вот перемотать, и вот, знаете, дорогая, подарочек. Все, вот такая вот посылочка коротенькая. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видосы, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео у себя в социальных сетях. Всем удачи, пока-пока.